Главное – правильный настрой на игру. Так считают юные спортсмены из Захаровской школы. Захар вместе с другими ребятами приехал на турнир по волейболу «Серебряный мяч», чтобы показать свое спортивное мастерство. Я хожу на волейбол 2 недели, потому что посоветовали друзья. Я просто на физре играл, всем нравилось, и мне сказали: приходи. Я пришел сейчас в первое соревнование. Удары, подачи и приемы. Воспитанники из школ округа показали настоящую командную игру. Больше 20 команд сразились в полуфинальном этапе турнира, который прошел в Одинцовской спортивной школе Олимпийского резерва. Юноши и девушки готовились на уроках физкультуры со своими преподавателями. Все готовились, как бы целенаправленно нет. Это учителя физической культуры в общеобразовательных школах. Они проводят уроки, соответственно, волейбола по программе. Есть какие-то часы, которые они проводят. Ну и, соответственно, те, кто дети, которые участвуют и показывают какие-то результаты у себя в школе, да, они привлекаются как в сборную школы. Финальный этап турнира пройдет в волейбольном центре 19 ноября. В борьбе за призы сразятся 8 команд-участниц, которые также вначале сыграют в двух группах. Екатерина Крамер, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».